Доброе утро всем. Вот, пришли на природу, на турники. Вы просто гляньте на это. Прекрасное место. Просто один приходите, чтобы отдохнуть и потренироваться. Сегодня мы будем учиться. А вот с помощью такого жгута, приспособления, делать силовые. Попробуем. Я никогда не мог нормально силовые делать, я никогда даже не тренировался его делать. Сейчас хочу начать. И это лучший способ, чтобы это было как-то легко. Поначалу хотя бы. Просто гляньте, какая картина просто. Это идеально. Я думаю, да? Даже с резиной это нелегко, если вы никогда этого не делали. Вы знаете, я думал, это будет легко, но это хоть с резины, хоть без, этот самый не вариант. Резина нужна либо помощнее, чтобы она приподнимала. Ну, второго варианта нету. Резина должна быть помощнее. Я думал, блин, она будет мне достаточно. Так, оказывается, нет. Что делать? Ну, хотя бы подтягивание с техникой, чисто чтобы спина прорабатывалась, можно заниматься этим. А вот эти силовые, как-то подводящие, точнее, подводящие упражнения какие-нибудь. Короче, посмотрим. Эта резина особо ничем не помогает. Я хотел просто подтягивание сделать более правильно, оттянуться на грудь. И чтобы не просто вот так тянуться, как обычно, так-то я могу подтягиваться. Нужно именно, чтобы вот эта спина тянула руки назад. Так что надо будет поработать над этим. Thank you.
это будет легко. Надо сказать, сейчас пойти домой и посмотреть в зеркало. Да, реально, когда смотришь, когда кто-то делает, это кажется легко. Да, ролик не удался сегодня.
Этим упражнением мы качаем вот плечи, вот эта задняя часть, верхняя часть лопаток, да. А когда отжимания делаем, обычно мы прорабатываем переднюю часть и немного вот боковые части. Но вот эта задняя часть, она всегда вот так спущена бывает, если ее не накачать правильно. Спереди все нормально, а вот здесь он бывает худой. А вот это упражнение сделает наши плечи не только вот здесь большими, но и вот сзади тоже. И будет у вас круглое большое плечо. Многие этого не знают. Да, очень глубокого, да, вот этого возраста. А можешь и до старости. Такие дела. Так что, кто хочет круглые плечи, красивые, сделайте это упражнение. И будут у вас такие плечи, как у меня. Красивые и здоровые. Так что, тренируйтесь. И с возраста тренировки не оставляйте. Даже профессиональные спортсмены бросают тренировки и спорт в возрасте. А наоборот, нужно тренироваться. Это нам нужно. В молодости у нас и так все хорошо. А вот когда мы уже приобретаем, так сказать, не только мудрость, но и года, нашему организму нужна тренировка. Такие дела, чтобы быть энергичными, горячими. Разогревайте свое тело тренировками. С помощью этой тренировки мы качаем свои трицепсы. О, трицепс. Задняя часть руки. Вот она. Она вот с внутренней стороны. Разные упражнения нужны для этих и для этих. Чуть уклон другой. Все такое. А вот это вот, вот для этой. Трицепс. Чтобы руки были большими, недостаточно качать только бицепс. Нужно и брахиалис качать вот в середине, и трицепс, наружнее, внутреннее. Также и бицепс бывает, внутреннее, наружнее. Такие дела, ребят. Скоро у нас будут огромные руки.
Так что работаем, не останавливаемся. Эти отжимания на грудь в основном называют их еще бриллиантовыми, так как мы держим руку примерно вот, да, вот в образе как бы треугольника, типа чего-то похожего на бриллиант. Не знаю, кто придумал. Мне интересно. Кто бы ни придумал, хорошо придумал, отлично дает на грудь. Не то, чего мы ожидали, но тоже пойдет. Думаю. А силовые постепенно, постепенно придем и к этому. Но я хочу его сделать. И делать почаще, так как она очень полезна и прорабатывает очень много мышц на теле. Пресс, грудь, спина, руки, плечи, трапеции, все, короче. Всю верхнюю часть тела прорабатывает силовое.